Здравствуйте! Вы смотрите новости на Пятом канале. В студии Анастасия Мосина. И прямо сейчас о главных темах выпуска. Согреться в квартире не можем. Люди замерзают в Красном маяке. Из-за порыва на тепломагистрали там без отопления остались 66 квартир. Я смотрю, ступеньки потихоньку отваливаются. Жители многоэтажки в поселке Строителей рискуют не добраться до своих квартир. В их доме рушится лестничный марш. Мы конкурс более приближенным делаем к практике. В Канске выберут воспитателя года. 20 конкурсантов проходят испытания. Победитель профессионального состязания будет представлять наш город на краевом уровне. И начнем с ситуации в Красном маяке. Со вчерашнего дня там несколько домов стоят без тепла. Люди рискуют замерзнуть в собственных квартирах. Ну серьезно, все одеяла, которыми мы укрываем, смотрите, вот раз, два, три, и вот еще четвертое лежит одеяло. Они не просто так лежат здесь. В квартире Алены Кокориной всего 10 градусов. Согреться не помогают ни зимняя одежда, ни постоянно работающий радиатор. Окна медленно, но верно покрываются льдом. Углы промерзают. Шаль выдали даже коту. Мы не можем согреться в квартире, не можем просушить обувь, потому что работает муж на железной дороге. Одежду ему нужно сушить негде. Приходишь домой, согреться негде, и уже начинаем. Насморк начинается, болеть начинаем. У Зои Сметаниной такой же холод. С обогревателем, включать который надолго пенсионерка просто боится, в квартире 15-16 градусов. И в таких условиях жители Красного маяка уже вторые сутки. Это еще было первые дни хоть маленько, чуть-чуть, вон там батарея была. А сейчас все ледяное. Первыми под отключение попали несколько двухэтажек. Выяснилось, на тепломагистрали, которая отапливает эти дома, порыв. Коммунальщики и рады бы его устранить, но только найти не могут. На ликвидацию аварии бросили все силы. Люди работают уже, как бы сказать, можно сказать, и не ложились. В 3 часа ночи мы закончили, сейчас опять с 8 утра начали. И будем продолжать до последнего. Страдают не только жильцы многоквартирных домов, но и целая улица частного сектора. Эти объекты отключили вынужденно, чтобы обнаружить порыв. К счастью, социально значимые объекты в тепле. Школа и детский сад работают в штатном режиме. Днем дети на занятиях, большинство взрослых на работе. Но возвращаться им придется в холодные квартиры. Пришлось даже открыть пункт обогрева на базе местного Дома культуры. В случае необходимости людей разместят здесь. В танцевальный зал ДК планируют привезти матрасы и спортивные маты. Люди смогут здесь спокойно переночевать, а в столовой, которая напротив, приготовить себе пищу. Сотрудники учреждения уже готовы встречать замерзающих односельчан. Ресурсники хоть и подстраховываются, но все же надеются, что для эвакуации не будет повода. Если порыв не найдут в скором времени, воду из батареи сольют, а в подъездах пострадавших домов установят тепловые пушки. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», Пятый канал. Мы будем следить за ситуацией в Красном маяке, а пока о событиях в Канске. Здесь тоже не все гладко с отоплением. Сразу в 2 образовательных учреждениях города в летний период планируют отремонтировать систему отопления. Это школа номер 17 и школа номер 5. В первом учебном заведении система практически полностью изношена, а во втором к необходимости данных ремонтных работ привели жалобы родителей на холод в кабинетах. В ситуации разобралась наш корреспондент Татьяна Блинкова. В последнее время стали поступать жалобы от родителей учеников школы номер 5 на холод практически во всех кабинетах. Особенно это заметно, когда на улице держатся низкие температуры. По словам взрослых, детей приходится одевать очень тепло, чтобы они могли отсидеть на уроках и не замерзнуть. Мы штаны одеваем, и под низ одеваем, переходим, чтобы он в школе был. Холодно. И учителя даже говорят, что одевайте кофточки. В мэрии незамедлительно отреагировали на обращение родителей и направили в образовательное учреждение специалистов для проверки схемы теплоснабжения. Выяснилось, что часть системы вышла из строя. После проведенного обследования специалистами выданы рекомендации по изменению схемы теплоснабжения, чтобы не задействовать принудительную вентиляцию. И в данный момент рассматривается их предложение и будет сделано
проектно-сметная документация, и в летнее время, в период проведения ремонтных работ, будут внесены изменения в схему теплоснабжения школы, что позволит улучшить температурный режим. Руководство образовательного учреждения делает все возможное, чтобы хоть как-то улучшить условия нахождения детей в школе. Уже заменили старые радиаторы на более современные и обновили часть коммуникаций в подвале. Однако система теплоснабжения требует капитального ремонта, ведь за 30 лет его не проводили ни разу. Из бюджета города на эти цели выделили более 700 тысяч рублей. Мы уже смету уже составляем, уже непосредственно сейчас ее корректируем, смету. То есть где-то у нас сейчас рекомендации, когда нам дали, мы сейчас смету корректируем на основании этой рекомендации. То есть мы уже знали, что менять конкретно, уже знали менять. Но сейчас с учетом этих рекомендаций, которые дали нам специалисты ТЭЦ, соответственно, мы немножечко меняем смету. На сегодняшний день температура в кабинетах варьируется от 19 до 24 градусов, что соответствует нормам. А в 17-й школе, что расположено в поселке Строителей, похожие работы пройдут планово, также в период летних каникул. Там система отопления практически полностью износилась и также требует капитального ремонта. Татьяна Блинкова, Александр Минеев и Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал. К другим темам. Еще один дом в Канске под угрозой обрушения. В двухэтажке в поселке Строителей на протяжении месяца канализация бежала в подвал одной из квартир. Затопленным оказался и подъезд. Пока жилищники решали проблему, успела разрушиться несущая стена и лестница, ведущая на второй этаж. Кто будет устранять последствия халатности и существует ли на самом деле угроза обрушения, выясняла Ольга Ванеева. Там стояли мешки, там вокруг них вон они мокрые даже. Но сейчас ушла, видишь, как вытащили, как они наладили после праздника. Он сырый еще. Он сырые, доски. Все запасы картофеля пропали, сетует пенсионерка Тамара Вениаминовна. Удалось спасти лишь пару мешков. Из-за сырости и неприятного запаха канализации, которая месяц стекала в подвал ее квартиры, пропахла одежда, мебель и даже продукты. Все крупы испортились. У меня собака, я скормила все продукты, потому что сами мы есть не можем. Я достала картошку, весь низ это сырой, но она же нахваталась. А другие продукты? И все, ну, муку он купили вчера с сыном, съездили, сахар закупили, масло закупили. Месяц потребовалось жилищникам, чтобы устранить течь. Последствия такой нерасторопности оказались плачевными. Стену квартиры размыло, нечистоты хлынули в подъезд. Вот она дыра, которая подмывается, и когда засоряется, от нее это все бежит. Это насквозь дыра от ее квартиры. Вот она под лестницей, ее просто очень хорошо видать. Очень хорошо видать. И весь дом, вот уже вот здесь уже, можно сказать, это сейчас обрушится просто стена. Просто люди, я не знаю, как они ходят по этой лестнице, которая уже все. Из-за образовавшейся дыры стена начала оседать. Минувшим вечером жители дома почувствовали громкий хлопок и толчок. Позже выяснилось, что это рушится лестница, ведущая на второй этаж. Поехали сегодня в больницу, смотрим, у нас обвалено это. И я смотрю, ступеньки потихоньку отваливаются от одна, то было через три. С больницы приехали. Уже через каждую. Каждый час картина в доме меняется. Жители опасаются обрушения лестницы и соседствующей стены. Ежедневно по этой лестнице на второй этаж поднимаются и спускаются порядка 10 человек. Она держится лишь благодаря вот этой деревянной опоре, которую установили жилищники. Но всем понятно, что это не решение проблемы. После многочисленных обращений в обслуживающую организацию на место ЧП прибыли столяры «Канск Лидер Сервиса». Они оценили текущее состояние аварийной конструкции. Выводы неутешительные. Мы обследуем и доложим мастеру. А мастер примет решение, что? Ну вот сейчас обследуете, что можете сказать, насколько эта конструкция опасная? Ну, на 50% опасная. В любое время может это подниматься только по вот этим вдоль стеночки. В спешном порядке жилищники установили дополнительные деревянные подпорки, чтобы не допустить дальнейшего разрушения лестничного марша. В ближайшее время планируется привлечение экспертной организации с целью установления причин разрушения и принятия проектного решения по восстановлению конструкции. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал. Во второй части выпуска расскажем о ситуации на рынке труда, о том, какие испытания приходится проходить воспитателям в борьбе за звание лучшего, а также о всероссийском конкурсе, победителями которого стали воспитанники Канской колонии для несовершеннолетних. Не переключайтесь. Год новый!
А планы старые. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Кредит в банке «Восточный». До миллиона на ваши планы по ставке 9,9%. Чтобы успеть больше в новом году. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Уровень безработицы в Канске по сравнению с прошлым годом понизился и составляет 0,8%. В городе зарегистрировано 402 безработных гражданина. А наиболее востребованы такие профессии, как бухгалтер, водитель, воспитатель, учитель, врач, медсестра, инженер, менеджер, продавец, парикмахер, пекарь и повар. Тем временем в районе показатель безработицы снизился почти на 0,5%. Там зарегистрировано 126 безработных. Свободные вакансии агронома, механизатора, дойера и ветврача, учителя, водителя и тракториста. Для 20 воспитателей дошкольных учреждений Канска настала волнительная пора. Они принимают участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2019». О ходе первого этапа конкурса и о других испытаниях для воспитателей расскажет моя коллега Татьяна Сандул. Когда же я возвращался около полудня домой, лук был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру лук опять позеленел. Воспитатель года вышел из традиционного конкурса профмастерства «Учитель года». И теперь воспитатели могут более полноценно транслировать свой опыт. Уже в первом туре они взаимодействуют с детьми, разрабатывают и проводят фрагмент занятия по речевому развитию и дидактическую игру. В прошлом году проводили с волонтерами из лицея номер один. А в этом году у нас дети из дошкольного учреждения номер 52. И получается, что мы конкурс более приближенным делаем к практике воспитателей, которые проходят. И учитывая возрастные особенности детей, они задают более правильные вопросы. Ирина Ландина – воспитатель с 30-летним стажем. Она, как и другие участники, в своей работе нацелена на результат. Первый тур позади. Конкурсантка волнуется, ведь к разработке информационно-демонстративного стенда во втором туре будет допущена только половина участников. Я была нацелена на то, чтобы первой выступить. Мне так было удобнее. Первой легче в каком плане не сидеть, вот не ожидать, и нет такого волнения. Удовольствие приносит то, как дети слушают, и отдача от них. Как они идут на контакт, как они говорят, что они говорят. Ответы детей, ну, правильные, неправильные, может быть. Вот это приносит результат, приносит удовольствие. Пока одни выступают, другие находятся в комнате ожидания. И здесь, и там все равны, как опытные воспитатели, так и молодые специалисты. Профессию я свою люблю, и я решила попробовать свои силы. Когда-то нужно начинать. Чем раньше, тем лучше. Первые два тура позаимствованы из конкурса WorldSkills, поэтому первый этап развернулся в стенах педагогического колледжа, который имеет необходимый для этого ресурс. Мои преподаватели проводили семинары, и те даже студенты, которые участвовали в WorldSkills и которые занимали призовые места в течение уже нескольких лет, они просто рассказывали, как это проходит. Потому что это проходит совсем в другом формате сейчас. В таком формате еще в городе это не проводилось. Но. И, конечно же, опыт. Студенты сидят, смотрят. Учатся, смотрят, какими они будут через там, год, через два. В финал пройдут только три воспитателя. Им предстоит провести мастер-класс для коллег. Победитель станет известен в конце января, и уже в феврале он представит Канск на региональном этапе. Там, помимо известных конкурсов, их ждет еще и робототехника. С этим сложнее, ведь в Канске только в нескольких садах есть специальные лего-наборы. Татьяна Сандул и Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. Студия кабельного телевидения Канской воспитательной колонии признана победителем Всероссийского фестиваля «Амнистия души» в номинации «Лучшая киностудия». Награды представители исправительного учреждения получали в Москве. Вот уже почти полтора десятка лет в Канской воспитательной колонии действует творческая студия кабельного телевидения. Ни одно поколение воспитанников участвовало в ее работе, и несомненно, что на жизнь каждого воспитанника, прошедшего через стены учреждения, студия оказывала свое положительное влияние. Этот фильм о том, как делают кино оступившиеся мальчишки, показали в рамках гала-концерта всероссийского конкурса «Амнистия души». Под руководством Петра Капустина, профессионального журналиста, ребята снимают, монтируют и озвучивают информационные сюжеты, видеоролики, документальные и анимационные фильмы, принимают активное участие в региональных конкурсах журналистского мастерства среди осужденных.
По словам начальника колонии, развитие творческого потенциала у несовершеннолетних правонарушителей является одним из ведущих методов в воспитательном процессе. Очень грамотный, подготовленный и заинтересованный коллектив собрался здесь, который проводит работу с нашими воспитанниками, которые в состоянии заинтересовать и довести этот результат до призового места, как говорится. Поэтому в тесном взаимодействии с таким коллективом мы, я думаю, займем еще немного, очень много таких призовых мест в различных номинациях. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Новые сюжеты наших корреспондентов смотрите завтра в это же время. В студии была Анастасия Мосина. Всего доброго. До свидания. Нет ничего неправильного в том, чтобы занять. Однако сделать это нужно как можно выгоднее. Народная мудрость. Самый распространенный способ получения нужной суммы – банковский кредит. Процентные ставки невысокие, однако потребуется собрать внушительный пакет документов. Начнутся звонки друзьям, коллегам и родственникам. Вся эта процедура займет очень длительное время. Если в банке кредит не дали, то можно обратиться в микрофинансовые организации или ломбарды. Здесь займ могут одобрить достаточно быстро. Правда, речь обычно идет о незначительных суммах, которые выдаются на короткий срок под высокий процент. Если увлечься и взять несколько займов по такие высокие проценты, то можно оказаться в ситуации, когда вся зарплата будет уходить на ежемесячные платежи, а основной долг при этом уменьшаться не будет. Наша героиня тоже взяла несколько таких займов. Так получилось, что взяла несколько микрозаймов. Мало того, что проценты большие, так еще основной долг не уменьшался. Попробовала перекредитоваться, но во всех банках получила отказ. Елена четко для себя решила не ждать, когда придут коллекторы и судебные приставы, а срочно выбираться из этой финансовой пропасти. Проконсультировалась с финансовыми специалистами и вместе составили план действий. Первое – найти организацию с минимальной процентной ставкой. Второе – ежемесячный платеж должен включать основной долг. Третье – не брать больше, чем необходимо для закрытия долга. Рукой помощи для Елены стал кредитный кооператив «Сберкнижка», а конкретно займ под залог недвижимости под 2% в месяц. Сберкнижка действует на основании свидетельства, выданного Центральным банком Российской Федерации. Для оформления займа необходимы документы на недвижимость и ваш паспорт. Каждый клиент может получить до 1 миллиона рублей сроком до 5 лет по ставке от 2% в месяц. Плохая кредитная история не учитывается, подтверждение дохода не требуется. Для меня очень важно, что с каждым платежом основной долг будет уменьшаться, а залоги делается лишь отметка. Я по-прежнему остаюсь собственником своей квартиры. Плачу даже меньше, чем раньше. Давно надо было так поступить. От 2% в месяц, от 30 тысяч до 1 миллиона рублей на срок до 5 лет. Без подтверждения доходов, с просрочками по старым кредитам. 95% всех заявок одобряется. Доверяйте только проверенным организациям, таким как кредитный потребительский кооператив «Сберкнижка». Телефон 298-98. Гадаловские ряды, вторая очередь, второй этаж, офис 25. Для пожарных отопительный сезон – горячая пора. С наступлением холодов количество бытовых пожаров резко возрастает. В огне сгорает имущество и жилища граждан. И самое страшное – гибнут люди. Большинство трагедий можно избежать, если выполнять простые правила безопасности. Используйте электрообогреватели только заводского производства. Регулярно проверяйте состояние проводки и предохранителей электросчетчика. Не включайте в одну розетку несколько бытовых приборов большой мощности. Исключите возможность попадания спичек в руки малышей. И никогда не курите в постели. Помните, безответственность обходится слишком дорого.